Итак, ребята, у нас очередное включение замечательного острова Пинель. Я его уже вам снял вдоль и поперек, но для того, чтобы картина получилась полной, я решил снять небольшой последний отчет с этого небольшого островка под названием Пинель. И вот там, вон, видите, вдалеке, там Yellow Beach. Сейчас мы прогуляемся вдоль береговой линии, и я вам попытаюсь рассказать о всех нюансах и о всех деталях этого пляжа. То есть там, видите, виднеется Сент-Мартин, тут причаливают лодки, две кафешки, две основные, два ресторана, два основных пляжа. Мы остановились на том, который подальше. Вот, но пляжей тут на самом деле больше. То есть там вот северная часть, там северный пляж, там южная часть, там южный пляж. Но на тех ресторанах, на тех пляжах, в принципе, никто не плавает, потому что чувствуется Атлантический океан на одном волна, на втором как бы грязновато, меньше волн, а вот это вот такая замечательная бухта. А там вдали виднеется остров Сент-Мартин. И вы уже должны знать, что там находится два государства на том острове. Государственное образование, я бы так сказал, заморская территория Франции и Голландии. И как бы голландская часть, она замечательная, там бурлит просто ночная жизнь, там клубы, движи, казино, то есть, условно говоря, такая европейская Ибица, я бы сказал, карибская Ибица, не европейская. И вот такие вот замечательные тут лодочки, и мы идем с вами по береговой линии. То есть, ну, пляж на самом деле, условно говоря, не лучше. Единственное, для чего сюда стоит приехать, посмотреть полную панораму Сент-Мартина, Сент-Барта, там Ангули и т.д. и т.п. И видите, как народ тут развлекается на пляже. И лодки причаливают, только успевай их убирать. И такой замечательный пляж. Народ пьет шампанское, гуляет вовсю, и им весело. Шампанское на самом деле тут не очень дорогое. Бутылка где-то стоит, вот смотрите, такая фиолетовая бутылка стоит на столике, она стоит, наверное, где-то $400, то есть 400 евро. Все в евро здесь на самом деле. Очень много французов и такой вот великолепный пляж. Много не поснимаешь, потому что могут меня и взять за одно место. Вот такой замечательный тут пляж Yellow Beach, смотрите. Будем стараться аккуратно, чтобы никого не заснять. Такая вот кафешечка тут. Готовятся к Новому году. Будут встречать Рождество тут, и народа тут будет хоть отбавляй. И вот такая замечательная бухта, такой док, сюда можно причаливать свою лодку. Вот, но об этом я уже рассказывал в своих предыдущих видео. Вода, пляжик, песок на самом деле хороший, но, как говорится, чувствуется немножко грязноватый, то есть мутноваты, плавает трава. То есть, условно говоря, ради пляжа, ради красивого пляжа, картинки, ну, сюда, наверное, и не стоит ехать. Вот. А вообще, как бы, полежать день на лежаке, исследовать остров, самое то. Поэтому, как бы, всем рекомендую, обязательно всем советую приехать на этот пляж. Цены, как бы, позволительные. Как я и сказал, бутылка шампанского, наверное, самая дорогая, будет стоить 400 евро. Вот, и поэтому как бы сюда приезжают корабли, паркуют лодки, поэтому как бы, если желаете, тоже присоединяйтесь. Ну, ребята, на этом будем завершать, следите за мной и будьте всегда на связи, и будут другие интересные включения с самого острова Сент-Мартина.